И такая уникальная возможность, что мы не просто слушаем из Володосных уст, но мы слушаем такую утонченную, такую важную, сокровенную часть Шримад-Бхагаватам как Брахмаргита. Вы знаете, что Шрила Вьясадев написал, составив четыре веды, Упанишады, Веданта Сутру, он все равно не испытывал внутреннего спокойствия и удовлетворения. So, why was Шрила Вьясадев not fully satisfied? Почему его терзало еще какое-то беспокойство внутреннее? Yes, when you stay to Krishna, when Krishna is satisfied, then all the activities become satisfied. Успех удовлетворенности в жизни — это удовлетворить Кришну. Когда Кришна доволен, все живые существа довольны. So see, Krishna, he is not satisfied if one will only glorify him. But Krishna becomes fully satisfied when one glorifies the lotus feet of Srimati Radhika. Кришна не особо радует прославление в его адрес. Но чем ему можно угодить? Это прославление в адрес его самой любимой Шримати Радхики. So, Srimad Bhagavatam is Radhamaya. The glories of Radharani are pervading Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам, он Радхамай. Он повсюду в Шримад Бхагаватам описана слава Шримати Радхики. Srimad Bhagavatam is manifested. The rahasya, the secret of Srimad Bhagavatam is смысл, суть самого проявления Рахайса, появления Шримад Бхагаватам, его предназначение — это прославить Шримати Радхику. Но этот секрет известен лишь только Гаудия Вайшнава. Чайтаньяра Бхактагана Нитта Карусага Тавито Джанибе Сиданта Саудра Тарапага. И поэтому Сарукдама давая наставление одному брахману, сказал: Go and study Srimad Bhagavatam in the association of a pure Vaishnava take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он сказал, если ты хочешь познать суть Шримад Бхагаватам, найди чистого Вайшнава, прими прибежище у его лотосных стоп, слушай Шримад Бхагаватам у него и следуй наставлениям Шри Чайтани Махапрабху. By daily associating with the associates of Chaitanya Mahaprabhu, gradually one develops the capability to enter into the waves in the ocean of Siddhartha. Благодаря ежедневному общению с возвышенным вайшнавом у человека появляется возможность погрузиться в волны океана Сиддханты, философских пониманий. So Брахмаргита — это не необычная поэзия. It is the anubhava of Srimati Radhika's the потому что Брахмаргита является анубхавой реакцией состояния Шримати Радхики, ее Маханакья Махабхава, ее состояние разлуки со Шри Кришной и проявление ее читра-джалпы, десяти видов такой несуразной речи от трансцендентного безумия. So yesterday we were hearing about the definition and the qualities and the symptoms of the Mahabhava
Вчера мы услышали определение того, что такое Махабхава, Шримати Радхи, и симптомы проявления этой Махабхавы, и различные реакции, состояния Шримати Радхи. На секундочку хочу почтить крошки Катхи Махараджа вчерашней. Рупа Госвами под Вуджвала Ниламани говорит, когда Анурага достигает апогея своего самого интенсивного состояния и приобретает состояние свасамвети даши, свасамвети, что любовь сама становится объектом своего восприятия. Бхава сварупа, карана сварупа и карья сварупа проявляется любовью. И состояние проявляется восьмью сатвика бхавами, одновременным проявлением восьми сатвика бхав. И не дымящимися такими несколькими. И не зажженными, то есть когда несколько одновременно проявляются. А прямо удипта, судипта, все восемь сатвика бхавы проявляются одновременно в самом интенсивном состоянии. Явада Ашрая-Вритти, третий симптом Махабхавы. Ачарьи по-разному объясняют эту концепцию. Важный комментарий Джива Госвами по Адаши Вишванатха Чакраварти Такура, что в Рити любви, функция любви Радики начинает расходиться из ее сердца и проявляться в сердцах других живых существ, которые и в разной степени, в зависимости от их способности отражать ее, от их близости к Радике. Явада Ашрая Вритти два важных проявления. Два проявления. Санджанита Ритви Лолан и Браманда Шогата Карита. Браманда Шогата Карита means in the stage of separation. Then the grief of separation of Радика spreads out and disturbs the whole universe. Браманда Шогата Карита — это состояние Радики, ее разлуки, печали, когда ее горе, разлуки начинает сотрясать всю Вселенную и печалит всех. And the other aspect of Yavada Ashrayi Vritti, Asana Janata Ritvi Lola, means that it turns the hearts of those who are, only those who are close enough to see directly or to hear. Asana Janata Ritvi Lola — это то, что сердца тех, кто находится рядом с Радикой, близко, чтобы ее видеть, или достаточно близко, чтобы слышать, они испытывают трепет в сердце. Их сердце начинает биться очень учащенно, то есть с эмоциями Радики. So from this we can understand the importance of taking shelter of the service of Radhika. И это подчеркивает необходимость принятия прибежища в лотосных стоп Радики. Ананья Сри Радха Пара Камала Дасрай Карасати Харе Ранге Самарам Сапана Самаэйна Пидагати Сила Прабхупада Сазар Чакусет. Those maid servants who are at one point in the rasa of serving Radhika, so to speak, even in their dreams, they don't desire to meet themselves directly with Krishna. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур, прославляя Манджири, сказал, те гопи, которые приняли полное прибежище в служении лотосным стопам Шримати Радики, они настолько ей преданы, что даже во сне они не жаждут, не хотят встречи личной с Кришной. Раджа
Мадан Бхава Радхике присуща лишь только ей одной, ни у кого другого нет этой Бхавы. Даже Лакшми Деви представить себе такую любовь. Рукмини Сатьябама не имеет такой любви. Даже другие гопи Вриндавана, такие как Чандравали, себе даже вообразить не могут эту любовь. Такая любовь даже не присутствует в Лалите и Вишаке. Однако Шри Сатьянандана Гаурангари, он настолько беспричинно милостив, он пришел дать живым существам возможность Радха Дасям, служение Радхике. Шрила Рагунатха Дас Госвами молится, принимая прибежище у Шри Рупы Матери и ее группы. Because when Radha and Krishna meet together, the Lalita and Vishakha and her contemporaries, her friends, her equals, they have some hesitation and they retreat to the distance. Кришна вкушает свои интимные лилы, ее ровесницы, радики, ее близкие подруги, ей равные Лалита, Вишака, они не осмеливаются даже оставаться поблизости, они удаляются тут же. Но не задумываясь ни на секунду, без всякого смущения, Рупа Манджари и ее помощницы тут же входят в конджу, чтобы присутствовать там и служить Божественной Чите во время их интимных лил. И благодаря вот этому существованию этого феномена Ява Дашрай Брити, того, что чувство Радики из ее сердца переходит к присутствующим рядом с ней, вот эта возможность испытать чувство Радики достается лишь тем, кто достаточно близко находится, чтобы ее видеть или слышать. Несмотря на то, что Мадан, любовь Радики присутствует только в ней, то те, кому посчастливилось быть рядом, они становятся вьяпта пропитанные вот этой вритти, ее Мадан любви. Это непостижимый бесценный дар живым существам, который принес этот мир Шри Сатьянандана Гаурахари. So now, without taking more of your time, I beg a humble request. Our most beloved Sri Achyutamo Bhattaji, do immerse everyone in Bhagavatam. Thank you.
ॐ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ॐ जय पराशंसुं सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयममुखं जगत्प्रभवति विश्वसरं सकाद नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षरं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहमुपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रणवर्णाभान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावभक्तं भजजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणलताश्रीशाखान्वितांश्च आयमानभुजौ गङ्गावदयातरौ सङ्कीर्तनैकविफलौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवदौ इति धर्मपादौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नवप्रियमञ्जरे कलितकर्णपुरश्रियं विनुद्धतरमावतीरचेखरेणोज्ज्वलं तरोच्छ्वसति यूथिका ग्रसितबल्बवैकक्षितं व्रजे विजयिनं भजे विपिनदेशपत्येषु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पत्रं जयन्तीरे वाञ्छाकल्पभ्यश्च कृपासिंहेभ्येव च प्रकरणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्रीसनातनप्रभो करुणां प्राशय हे रघुदुर्गजनैकदयावलोक हे भक्तियोग्यसुमते रघुनाथदासो श्रीजीवमे कुरु मन्द मते दयां कृपा बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। अरुण श्री भागवत महापुराण इस मोस्ट प्रोफेसियल श्री श्री भागवत महापुराण अकॉर्डिंग टू दैट श्री प्रिंट म्यूजिक गुरु हैज Шримати Радхика является наивысшим объектом поклонения, проявлением Парамтаттвы. The best form of bhakti is Raghava bhakti. It is described by Shri Prabhupada previously. До этого Прабхупада Парабху объяснил нам, что Рагануга Бхакти является наилучшей, наивысшей, самой мощной формой бхакти. The entrance in bhakti can be made by two ways. Есть два способа встать на путь бхакти. One is from the Ajna and order of Shastra. Один способ – это подчинение исследования повелению Ажна воли священных писаний. If the entrance in bhakti is becomes from the order of Shri Shastra, it will call такой вид бхакти называется вайди бхакти, следование видхи всем правилам, предписаниям священных писаний и строго руководствоваться предписаниями во всей деятельности священных писаний. But if the interest in bhakti begins from greed, then it will be called raganuga bhakti. Но если вход в бхакти начинается просто с сильного желания, привлеченности, то это называется рагануга бхакти. The base of Raghunuga Bhakti is lobha. Это основа Raghunuga Bhakti. That is greed. То есть одно слово как жадность, сильное желание, жажда чего-то. Шуте Кришнане Мадхуре Душте Дхир Ядапекшате Нарда Шастрам Наюктинчо Тан Лобу Бхакти Лакшан
the symptom of lovati, of the increasing grief, the greed. That is a person does not care that what shastra says. Симптоматика проявления усиленной лобхи, то есть жажды бхакти, что человеку не так важно, что утверждает Священное Писание. Писание Священного Писания становится не самым важным в его практике. He does not involve in the tarka. Человеку не интересна логика тарка. So, due to the desire to do that, greed toward Shri Lotus Feet of Shraddha, he tries to take shelter and formation of Shraddha. Такой человек, Рагануга Бхакта, он движет лобхой, сильным желанием, жаждой принять прибежище лотосных стоп Шримати Радхики и совершать служение ей. This greed will come. Это лобха, вот это сильное желание появится. This greed will come if a person has always a connection and association with the pastimes of Pulchimila. И эта лобха появится, если человек имеет постоянный контакт, то есть погружается в слушание лил Кришны, связанное с Враджа лилами, то есть все, что действие происходит во Враджа. Of Shri Krishna's lotus feet cannot be achieved unless the person has shelter and subordination in the lotus feet of Shri Radha. Не приняв прибежище лотос стоп Шри Радхи, человека не будет доступа к нектару, полноценному нектару, который кроется в лотосных стопах Шри Кришны. Second condition is this, that he should live in Shri. И второе условие, следующий человек должен жить во Вриндаване. Either this living can be by mentally or physically. But physically is the main. Конечно, физическое пребывание во Вриндаване — это наилучшая форма праджабаса, но если это недоступно хотя бы в уме, человек должен постоянно ощущать себя живущим во Вриндаване. Actually, Guru Goswami says that Krishna, a person, should always live in Vrindavan. Rupa Goswami рекомендует каждому преданному всегда жить во Вриндаване. Krishna smaran jamu chasu krishnam nirsamihitam tattat kathar sis chasu kurya vasah vrije sada. A person should always listen the pastimes of Shri Krishna and the pastimes of his beloved, his antaras. Что человек должен жить во Вриндаване, слушать о лилах Кришны и лилах его близких спутников. As well as he should live in the pious soil of Shri Vrija. И нужно жить в этой благодатной, на этой благодатной земле Враджа. Vrija Raja is the main thing which will give us bhakti. Vrija Raja Pui, Святой Дамы Вриндавана, это главный ингредиент, который может дать нам бхакти. Every person unfortunately does not get the fortunate time of living in Vrindavan, we should always think of it. Если человеку не посчастливилось физически находиться во Вриндаване, то он обязательно должен всегда думать о Вриндаване. So Shri Uddhava also want to live in Vrindavan all time. Shri Uddhava тоже очень хотел жить во Вриндаване постоянно. But as he want to remember Shri Krishna, the love of Shri Vrindavan, so he returns to Mathura. Но вот так как он у Кришны остался в Матуре, Удава поехал к нему туда. The glories of Shri Radhani
he has explained fully. Удава сам выразил во всей полноте славу Шримати Радхарани. Actually, Prabhupada has described that Shri Radharani is Madana Ambhava. And in the separation, the Mohan Mahatma, he felt fully. И Удава прочувствовал то, что описывал Шри Прабхупада Прабху Паданаки Махабхаврадики, и в контексте с Удавом он прочувствовал Моханаки Махабхаврадики, бушующее пламя разлуки с Кришной. Шри, all systems of Шри Радхарани, separation and Radhani's love is special. Вот эти состояние Радики, ее состояние радости, встречи с Кришной, ее состояние разлуки с Кришной — это нечто особенное. That means Vimesha Sahata, Samnajanta, Vrugunam, Kavakshantvam, Khimnatvam, Tatsokhyapya, Shangaya. All these are described previously. Мы вчера слышали о том, как каждое мгновение разлуки подобно вечности. Эти различные состояния Радики, которые она переживает в своем Махабхаве, мы слышали о них. She put up at last both his head in the lotus feet of Shri Radharani. Удава склоняет свою голову, кланяясь у лотосных стоп Шримати Радхарани. He praised Shri Radharani in 6 verses. 6 молитв Удавы описаны в Шримад Бхагаватам. I shall concentrate on those 6 verses. И сегодня я хочу сконцентрироваться на этих 6 куплетах молитвы Шри Удхавы. Yes, Eta Paramatama Hrita Bhuvi Gopavadva. These Gopavadva are the supreme among the living entities in among the mankind. Эти Вадо, эти женщины, братья, они наилучшие, самые удачливые из всех воплощенных живых существ Вселенной. He addresses him as Gopavadva. Gopavadva. That means the supreme position of love can be achieved by the conductance, not in Swakya. It will be always achieved, it can be achieved only by the conductance or Arkya. И так как он их называет женами пастухов, то тут подчеркивается превосходство Паракия Расы над Свакией, что вот это совершенство любви Кришне можно достигнуть только в Паракия Расе. So though gopis are in Siddhanta, Krishna Bhagavan, they are in faith to Shri Krishna, but in Leela, they are always Gopavan. Потому что хотя гопи это всегда, они принадлежат Кришне, но в Лилах, для насыщенности Лил, они играют роль жен других пастухов. Unless there is embraces, the love will not increase. Потому что вот это вот препятствие, они насыщают Лилы Кришны, вот эти препятствия, которые не дают гопи с легкостью встретиться с Кришной. So Shri Krishna is also Gopa, but saying this Gopa Bhagavan, that means Shri Krishna also has fear to meet Shri Krishna Radharani, and Shri Radharani also feel fear to meet in Shri Krishna. So that means between them fear is there. То есть там присутствует страх вот этих тайных встреч. Кришне страшно, каждый раз он идет на риск, идя на встречу с Радхарани, она идет на риск, идя на встречу с ним, потому что Радика замужем. So, due to the fearness and the hindrances, the love between two, the prayer between Shri Radha and Krishna always increases. И вот это, вот эти постоянные препятствия, осторожность, страх, беспокойство, они помогают проявиться силе любви, показывают действительно, насколько высока эта любовь и мощная она. So they are Gopavadhu and they are best in among the worshipable things.
Вот эти жабы пастухов, они наилучшие среди живых существ. Но they are not amrita. Even then, because in the body of Shri Radharani and Shri Radharani herself, there is no difference. As we have our body is separate, made of the five material things. Shri, body of Shri Radharani is not made of five material things. Амибриты, то есть воплощенных тех, кто в плоти находится. Но на самом деле у гопи нет плоти, потому что сама Радика и ее тело не отличны. Мы души и находимся в оболочке физического тела. There is no difference between upadhi and upadhi. That means the soul and the body. Там нет в духовном мире у парикаров Кришны. Кришне нет разницы между душой и телом. Shri Radharani is Vishuddha Sattva Atma. Радика это Вишудха Сатва Атма. His body is not made of five metals. Ее тело не состоит из пяти элементов, как наше. It is made of Vishuddha Sattva. Ее тело состоит из Вишудха Сатвы. Even then, in Lila, it assumes that she contains the body. Но в Лиле подразумевается, что это Нарвандина, что это человекоподобное, потому удобывает оно, то есть что они воплощенные среди всех, кто имеет плоть в, этом, в этой вселенной. Радика преисполнена любви к Шри Кришне. Everything towards lotus feet of Shri Krishna. His everything is for Shri Krishna. Она пожертвовала всем ради Шри Кришны. Она отдала все, что у нее есть, Кришне, сложила у его лотосных стоп. So she is Vikalpana Rudabhava. Vikalpana Rudabhava. That means this book is everything. Yad dharmata surupyata kaneha pranashyasta prate. There everything is for the satisfaction of Shri Krishna. Они готовы пожертвовать чем угодно ради удовольствия Кришны. Они все, суть их существования, это служение Кришне. Such type of Rudra. Это вид, такая сильная Рудра Бхава. Is evident in Shri Radharani only. Присутствует. Not in other persons. Вот эта Рудра Бхава присутствует только в Радхаране, не в, не в ком другом. So Shri Radharani has the Adhurva Bhava. Shri Radharani in her body a sattvic bhava just manifest at one time. Только в теле Радики 8 сатвика бхав могут проявиться одновременно и еще и по всей полноте, с интенсивностью. The sattvic bhava, the manifestation of sattvic bhava is in four types. Есть четыре вида, типа проявления сатвика бхав. Sometimes it is Dhumayit. Sometimes it is Jwalit. Jwalit. Sometimes it is Dipta. And sometimes it is Sudhi. И четвертое это Судипта. Интенсивность, градация интенсивности проявления телесного. Dhumayit is, it is just like the snow. Dhumayit это дымящееся такое. But there is no flame. То есть дым идет, а у меня нет еще. That type of sattvic bhava can be achieved, can be seen in general person seeing. Это даже в обычных людях можно видеть такое проявление сатвика бхавы. Whenever have got the rati or bhavdasha, you also can get the dhumayit bhava. То есть не выбиратели, а преданные, которые достигают уровня рати бхавы, они могут явить дхумайт сатвика бхавы. Those type of dhumayit bhava can be achieved like shadow or reflection. Это подобно тени или отражению. Sometimes they call chaya, sometimes they call pratibim. Может быть пратибимба, может быть чая. Chaya is just a black shadow, outline. Чая это просто как тень, контур чего-то. But there is no means. Can be no movements can be seen in that chaya.
только в тени, ничего не увидишь. But in mirror, a person has the reflection. Но когда человек смотрится в зеркало, то либо отражение, все видно, все характеристики тела видны четко. So if a person has a very clean heart, человек, у которого очень чистое сознание и сердце, as it is of a yogi, допустим, у какого-то возвышенного йога, he has burnt all his desires in the fire of tapa. Он уже с аскезы сжег все свои желания, то есть все свои вайбы. И сознание его стало чистым и спокойным. It is just like a plain mirror. Как чистое зеркало. Though he is not a yogi, even then, that yogi comes in the relationship and association with any bhakti. И так тоже идет, который прежде не был преданным, если он познакомится, вступит в контакт с бхактами, then he can get the reflection of that bhakti in his clean heart like mirror. То в своем чистом сердце он может получить отражение бхакти возвышенного преданного, потому что сердце его, как чистое зеркало, может отразить это. That is called pratibimba. Pratibimba. But a person who is a worldly man, who is indulges in the worldly material affections, his heart is not so clear. То сердце обывателя, у которого множество мирских привязанностей к людям, к вещам, у него сердце не будет спокойным и чистым. And if he sees Shri Rasleela, if he listens Shri Bhagavata, if he and accompany in the Harinam Sankirtan, if he accompany to any sant, и если такой обыватель, он присоединится к движению нам Санкиртана, послушает Расалилу или пообщается с Садху, с чистой личностью. By the association of those bhaktas, in a general person, the bhakti can become a shadow only. Включая вот эта тень бхакти может отразиться и в сердце даже обычного человека. That is just like the shadow. Как тень, это будет черным отражением таким. Outline is there, but there is no limbs, there is no emotions. Контур там, но эмоций и содержания там нет. So the sattvic bhava is of two types. One type is sattvic bhava is of two types. One is the just like shadow, and other is just like the reflection. То есть два вида сатвика абхаса – это чая и пратибимба, то есть тень и отражение. But a person continuously chants Shri Harinam, and his heart becomes very clean, then… Но если человек, приняв прибежище по воспеванию святого имени, постоянно воспевает его, если его сердце становится чистым, то тогда… Then he can get the sattvic bhava, manifestation of sattvic bhava. Он может достичь проявления настоящих сатвик бхав. And those sattvic bhavas are four types. Четыре вида. As it is described previously, one is like smoke, dhumai. Dhumai, дымящийся. Then sometimes it begins like flame. Потом загорается уже огонек, уже горящее. Sometimes it is deep and sometimes it is sooty. Потом уже очень горящее, потом уже вот такое пламя. So Shri Radharani has the sudipta bhava. А у Радики проявляется судипта сатвика бхава. So Shri Uddhava prays to Shri Radharani, Govinda eva Nikalatmana Rudra bhava. Удава молится о Говинда Николатна Неруда Бхава. His focus has the Rudra bhava. Very much flamed heart towards Shri Krishna. Удава восхищается Руда Бхава Шри Мати Радики, что это пламя любви Кришне. We must also want to get that type of bhava. Мы тоже хотим обрести такой вид бхавы. As we are Bhavadhiva Munya, as they are afraid from the worldly things, and they, even then, they have not relished
Даже Псалтопол 13, те, кто хотят избавиться от страданий материального существования, получить освобождение, те, кто... И многие, он хочет такого, но получить такую бабу невозможно для него. Потому что эта любовь присутствует только в Шимати-Радхаране. Естественным образом она обидит такой любой любви. So, Vanchati is the word of Vio Muni Vancho. That means V desires it only. But Shirahani has entered naturally. Многие хотят такой любви, удовлетворить. Даже я хочу такой любви, но у Радики эта любовь досталась естественным образом. Every person get a slight light of that power, even then he will become very much delightful. Если кому-то посчастливится хоть капельку такой любви обрести, это уже будет высшим благом для человека и блаженством. And by the mercy of Shri Gurudeva, if a person gets that type of bhakti in his heart, then he does not require, does not need any type of jhana. Они тайба вот. И, джанба. И если человеку посчастливилось по милости Шри Гуру обрести такую любовь, то ему уже рождаться не надо. Если у человека есть три вида рождения. Рождение из тела матери по милости мамы и папы. The second birth is when we get Yajnopavi and Samskar. Затем он получает самскары. And third, birth is then there, when we give involves in Yajna. И третье, когда получаем доступ к совершению Яги. So, one jhana is of body, тело. One jhana is of Samskar, and other jhana is from Yajna. То есть рождаемся в теле, потом самскарами, а потом яги. So these three type of jhana is not these three type of births are not required if a person get that type of bhakti in his heart. Если человек обрел такой вид бхакти в сердце, то ему уже нет необходимости снова рождаться. Shaktu, Samitri and Yagya. These three jhana. Shaktu means the birth that begins by the mercy of parents. Первое рождение – это получение тела, которое мы получаем по милости родителей. That is called Shaktuljana. Shaktuljana. The Shaktuljana is by Guru, by giving Shri Gayatri Mantra and other. That is called Shaktuljana. Shaktuljana – это когда Guru дает Gayatri Mantra и другие мантры. And if a person himself indulges in yajna and he has this thread in his hand and he just takes the vow that I shall do the yajna. It is called yajna-jana. И рождение в яге, если человек уже наносит красную нить на запястье и совершает яги. So, in dual-jana, that is all three types of lives are useless if a person has got bhakti automatically. Для того, кто получил такую любовь, такую бхакти, уже нет необходимости рождаться вообще. If a person gets bhakti, then he is not the three types of births are invalid. Они рождение уже становится неактуальным для такого человека. Or the other meaning is this, that in Guru-Jana, a person, the highest position of a man can be the to get the place of Brahma. Наивысшая форма рождения – это получить должность Брахмы, стать Брахмой. But a person who has got bhakti, he will not require even being Brahma. Но для того, кто получил бхакти, ему даже нет интереса, уже нет никакой необходимости рождаться Господом Брахмой. So he will discard Brahmanity if he has got bhakti. Потому что бхакти – это выше всего. But Shri Radharani has
ей love towards Shri Krishna. Automatically, naturally, so Shri Radharani is the most worshipable and praised person. Но так как Радхарани – это наивысшая форма любви к Кришне, уже присутствует в ее сердце спонтанным, естественным образом, то она является наивысшим объектом поклонения и почитания для всех. So что нам происходит, это Амантан Бруто Бхуй Бхуту Адлаш, где Бог Бхуту is the supreme position of the praying thing. То есть вот эта пастушка, жена пастуха, она наивысшее проявление любви к Кришне. In other words, he prays Kremastriyo Vanachari Vyavachara Dushta Krishne Vachaish Paratum Bhunhava Nandishwaro Vajato Vidisho Pisakcha Shres Pano Yagatara Yagatari Vyavachara. It is very important verse. Kremastriyo. Это очень важный стих из молитвы Удова. He compared that Kremastriyo Vanchari, Imam, that is this gopi, are poor. They are supreme. Эти гопи, они наивысшие. They are Vanchari. Vanachari. They always live in Vrindavan. Vanachari, они живут в лесу Вриндавана. So Kremastriyo Vanchari, that means the gopi who resides in Vrindavan. They are supreme. Копи, которые живут в лесу Вриндавана, они наивысшие. And in their comparison, Vyavachara Dushta, poor. The other women, those are always Vyavachara Dushta, do not have the firm love in anyone. So they are always chanchal chitta. So they poor. They cannot be compared in any way. То нельзя их сравнивать. Я вообще веду, что не думайте, что они неверные жены или непорядочные женщины. Никто с ними сравниться не может. In this verse, Shri Uddhava uses portion twice. Ква он использует два раза в этой молитве. And it describes that the gopi is other and the other worldly women are just different. They cannot be in any way compared with Shri Radharani and Shri Gopis. То есть показать, подчеркнуть то, что нельзя ни при каких обстоятельствах сравнивать обычных женщин верских с Гопи, со Шримати Радикой. Because the love of the worldly women are always disturbed. Потому что любовь обычной женщины, она всегда не стоит. But the love of Shri Radharani is very, very firm. And it does not slip even a line from his way. Любовь обычных мирских женщин нестабильная, ненадежная, а любовь Радики, она настолько стойка, она никогда ни на йоту не отступает от этой любви к Кришне. So famous Kriya Banchari, these Brijvasin, Shri Vrindavan, gopis of Vrindavan, they are supreme and poor. То есть они превосходят всех этих гопи. Их нельзя сравнивать с обычными женщинами. Because gopi has always Krishna Paramatma Rupa. Because gopi has always the firm love towards Krishna. Потому что у гопи неописуемая сильная любовь к Шри Кришне и вечная. Таруда Бхава и любовь. Шри Кришна is Параматма. Кришна он Параматма. Параматма is not Брахма. Параматма is most bosom. Это Параматма это самый близкий душе. After Шакти is for a beloved. After Шакти is for pre. In the sense of pre, not in the sense of Параматма or awakening. It is not in that sense. Тут Параматма используется не как все вездесущие, везде все прийти. Because no gopi has affection Shri Krishna as a Paramatma. Никакая гопи к Кришне как Параматме не относится.
He has all this affection towards Shri Krishna and relationship with Krishna, as he is my most beloved person. То есть как атма, то есть кто ближе всего душе? Параматма. То есть для Гопи Кришна вот такой прия, он самый любимый, самый близкий. So Krishna quotes Paramatma Bhava. There the affection towards Krishna is the as his prija, not as Paramatma. То есть их любовь Кришне как возлюбленному, не как Параматме. Even then, if a person have association and love towards Shri Paramatma and Brahma, and he does not know that he is Brahma, he is Paramatma, even then, the Vishnu Shakti will what? Но даже если человек не знает о том, что Кришна своим Бхагаватам, что он и есть Параматма и Брахман, если человек просто привлекается Брахманом и Параматмой, то Васту Шакти вот этого то все равно сработает человек, и повлияет на сердце человека. He gives an example. As a person takes unknowingly the nectar. The nectar of birth. Даже если человек выпьет нектар бессмертия, не зная, что он пьет, все равно нектар сработает и сделает его бессмертным. And by mistake or confusion, a person takes poison, then poison will also work. И обратным образом яд тоже сработает. Если человек не осознавая, что он пьет яд, выпьет его, он умрет. So, knowing and unknowing is of no meaning. То есть тут не важно, знаете вы, не знаете, все равно субстанция васту шакти работает. Think itself do its work. То есть в субстанции есть своя шакти, то есть васту шакти, какое-то действие силы, оно всегда действует. So is the matter that if a person has association with Shri Krishna in any form, Shri Krishna will also react. Поэтому с какого ракурса человек не приближался к Кришне, не воспринимал его, Кришна всегда будет отвечать взаимностью. If we take Prashad, if we take the Prajaraj, if we take the Charanamrita, if we see any person, it will, as a bhakta, it will also reflect his kindness in upon us. Трансцендентная субстанция обладает васту шакти. Если вы неведомо для себя почтите прасадху, поклонитесь пыли святой дамы, увидите садху, то вы получите милость. So bhakti is of so much potentiality, has so much potentiality that it will also it will ever work on us. И бхакти обладает таким мощнейшим потенциалом, что она всегда будет оказывать свое действие на нас. То сакшат шрес пролук агатарад ибхакьюктаха. Агатарад, that means the nectar, as it works itself in the same way. Shri Gopikaya always associates Shri Krishna as we are associating to our mother. Even then, Shri Krishna is Brahma. So, being Brahma, they are always get the supreme position, the transcendental position. They don't get any other binding. Подобно тому, как нектар бессмертия сработает на вас, знаете ли вы, что это или нет. Аналогичным образом, несмотря на то, что Гопи воспринимает Кришну как своего любимого, не ведая о том, что он Господь, все равно из-за того, что так как он Господь, они получают наивысшее благо духовное. So, даже не то, что говорить о бхакти, о шуда бхакти, а даже бхакти аббас, подобие бхакти все равно оказывает мощное действие на человека. As we know, the Navahas is also working. Ajamila has taken the name of his own son, but Ajamila get salvation. Ajamila get
Мы знаем о силе Намабаса, подобие святого имени Ажимел, когда он нарек своего сына Нарайной, он получил от этого огромное благо духовное, получил освобождение. Произнеся Намабас, человек может достичь двух вещей. One is the mukti from worldly things, as well as the removal of all sins. Человек получает искоренение всех кармических реакций и также получает мукти освобождение из мира. Pap mukti and salvation. These are the result of namahas and the love and seva. This is the result of Hanuman. То есть, а любовь и сева – это результат повторения харинамы. Потому что если человек повторяет харинаму, он получит прямо севу. Но человек просто даже неосознанно произнеся святое имя, вступив в контакт с ним, он получит освобождение от всех кармических реакций, сжигание греха и также мукти освобождение. Но если человек опять повторяет харинаму с саманда гьяной, то тогда он получит прямо севу. То есть Намабас поможет оборвать все кармические реакции и цикл существования в теле, то есть даст мокшу. А с повторением харинамы, с осознанием сапанды, отношений с Кришной приведет нас к прямосеве. Пришлось отпустить Аджамила, развязать эти веревки, которыми они тащили его в богу смерти, и оставили его на земле. Дать ему возможность, то есть мукти ему уже было гарантировано, то есть грехи были разрушены, но дать ему возможность, Вишнутуты оставили его тут, дать ему возможность осознать саббанда гьяну с Кришной, повторять харинаму с саббанда гьяной. Что это? It is not the full of samadhiya. The samadhi was with his son, not with Shri Narayana. Потому что прежде, когда он произнес Намабас подобие святого имени нарекая ребенка Нарайной, его самбанда отношения были не с Господом, а с ребенком со своим сыном. But as between the conversation of Shri Vishnudut and Yamdut. Но когда он стал свидетелем беседы между Вишнудутами и Ямадутами, но когда он услышал, как Вишнудуты описывают славу Харинамы и Господа Нарайны, они донесли до него, то есть он понял, что его самбанда не с сыном, а самбанда с Господом Нарайной. Yes. So, with samandhya,
Шри Кришна. If the man is taken, then the result will be the Prem-seva. То есть, если мы повторяем Харинаму с Амбандамьяной и с Кришной, то получим в результате возможность Према-севы. If there is only Намахаса, then the result will be the undoing the ties of the sins. А Анабабас просто избавит нас от реакций кармических. A person can get salvation by Намахас. И освобождение благодаря Анабабасу получит человек. So Vanchati Yad Bhavyo Munyo Vayancho Kim Guru Janpavyo. He says that Govinda Nandishwaram Bhajako Anu Bhajaka. We are trying to explain it Anu Bhajaka. Anu Bhajaka means by Nama Bhaskivyo a person can get a higher thing. Anu Bhajaka, даже Nama Bhaskivyo дает человеку более высокое. As a medicine is given and we do not know the contents, the shock of that medicine, even if we take the medicine will make the compound be compound with our body, it will react, it will give its result in the same way. Shri Harinam, either we know the glories of Harinam or not, even then, подобно тому, когда мы принимаем лекарство, которое нам приписал врач, понимаем мы химический состав этого лекарства или нет, оно подействует на наш организм, и мы выздоровеем. Аналогичным образом, понимаем мы ли славу Святого Имени или нет, Святое Имя окажет свое влияние на нас. So why the Bhakti Abhasa is so glorious that if the person's head, the relationship with Shri Krishna, and he's doing bhakti, then what will be the result? That will be the supreme. Если даже бхакти абхас настолько мощный, что малейший контакт с Кришной для человека приносит огромное благо, то что же говорить о возвышенной форме бхакти Кришны? То результат его описать невозможно. In completion, in Kalimuttanya, he says that what say of Sri Radha? То есть с помощью Каймути коня и Кимута он говорит, что невозможно описать славу и удачу Шримати Радарани, предел ее совершенства. Он говорит, что Будда says, Найм Шриому Нитарам Ратехи Прасадам Прасадам Сварьюшатам Налиндарам Налучарам Кутунья Расат Самасы Витанны Бриз Кантра Лабдха Шишанам Йогудага Бриджи Банда Бина. Найм Шриому Нитарам Ратехи Прасадам. So, Шри Лакшми is resting on the heart of Шри Нарайан. Несмотря на то, что Лакшми пребывает на груди Господа Нарайны. But even Lakshmi cannot get that position as Shri Radharani always is achieving. Даже для Лакшми никогда не получит того положения, которое занимает Шримати Радхика. Nayam Shri Onge Ange means even she is lying in the heart, on the heart of Shri Narayan. Even then, Shri Lakshmi cannot get such glory as Shri Radharani has. Лакшми никогда не прославится настолько, насколько прославлена Шримати Радарани, несмотря на то, что ее голова покоится на сердце Господа Нараяны. This type of relishment, Shri Radharani has, Radharani get the relishment, that type of relishment cannot be achieved by any other person. И то блаженство, которое испытывает Шримати Радарани, это недоступно никому другому. Then what saying of other apsaras of heaven? Что же говорить о других апсарах, богинях с райских планет? Сварьюшатам Нитарам Налучарам Кутунья. They have the fragrance of like kamal, like lotus. Though they are very much beautiful, even then, while Lakshmi cannot achieve the position of Shri Radharani,
then how the other apsara can get the position of Shri Radharani? Если уже Лакшми не светит достичь уровня Шримати Радхарани, что уже говорить о девушек, о райских богинях, которые пахнут как благоухающие лотосы. Поэтому уже простых смертных женщин вообще нельзя приравнивать к пастушкам Браджа. Потому что во время Расалилы Кришна клал свои руки на плечи Гопи во время танца. Они достигли такого интимного общения со Шри Кришной. Кришна обнимал за плечи Радхарани, других гопи. Все желания гопи были исполнены Шри Кришной. Such type of glory is never can be achieved by other, because Vriji Bandhavina, they are Vriji Bandhavina. That means they live in Vriji. Вот эти девушки, которые живут во Враде, их слава непревосходима. The meaning of Vriji Bandhavina is that for Shri Krishna, there always moves. То есть раньше значит двигаться, то есть ради Кришны они все время в движении находятся. They are not only the housewives. Не только они домохозяйки. Those are not in the door of a castle. Они не заперты внутри своих домов. They are brijbandhavi. They always get abhisa towards Shri Krishna. Они повсюду встают в надежде поскорее встретиться с Кришной и оказаться на свидании с Ним. So they are moving. Они не то есть даже двери дома их не остановят. То есть они все время в движении, все время разыскивают Кришну. И своей красотой они в миллионы раз превосходят любую райскую богиню. Просто Радхика гораздо прекраснее, чем сама даже богиня удачи Шри Лакшми. So Radhashyam Shyamya Udgar, Vriji Bandhavina and Vriji Sundariya. Vriji Bandhavina is the person, the gopis, who has the opportunity to abhisar in Vrindavan to Krishna. And Vriji Sundariya, that means in beauty and qualities, in virtues, Shri Radharani is much more better. То есть два качества, что так как эти девушки живут во Врадже, у них всегда есть возможность свидания, они бегут на абисар на встречу с Кришной. И второе, Враджа Сундари, что Радхика в миллионы раз превосходит красотой и даже богиней удачи Лакшми. Потому что Нарайана никогда не стал танцевать с Лакшми. Always dance with Radharani and he forgets that I am Guru. Потому что у Радхики такая шакти, такая сила и харизма, что Кришна забывает о том, что он Брахма, и он все время хочет танцевать с Радхикой. So Radhashyam Shyamya Udgar Vishnuya Rasasas Nayam Shrivam Nitankarate Pusam. That means Shri Radharani has such the power that Shri Krishna becomes according to the desire of Shri Radharani, but Lakshmi is does not have such the power that Shri Krishna Narayan always became
То есть Радика оказывает такое сильное влияние на Кришну своей любовью, своими качествами, что он становится игрушкой в ее руках. В Лакшме нет такой силы контролировать Господа Нараяна. И Удава поэтому молится, пусть я рожусь в каком угодно теле во Врадже. Я готов стать даже кустарничком, кустиком во Врадже. Чтобы на меня могла сесть пыль со стоп Браджа Гопики и других Браджа Васи, когда я буду кустарником. Я поступил в своем маленьком ритуале, потому что Гопика has left all way of being and the worldly ties and relieving all ties, they met Shri Krishna. Потому что только разорвали все семейные узы, все родственные узы, социальные узы и оставили все, чтобы быть с Кришной. The denial of Adipati is very, very hard. A full Ramani, a full Bhagavan will never leave the Adipati and Bhagavan. То есть для жены, для праведной женщины оставить мужа и опозорить свою династию – это самое ужасное. So, Dushyant Arpatam Jaitva, the ties and the pay of pain and the social order, they will not live in any way. То есть праведная женщина не посмеет никогда нарушить социальные уставы и законы морали. But Gopi has given up. Но Гопи нарушили все социальные предписания, все и нарушили верность мужьям, семьям. And they got the lotus feet of Shri Krishna that is required and that is desired by Shruti and Rudra, by Shruti. Но они обрели лотосные стопы, которые жаждут обрести Шрути. Shruti is only hunting it, but not getting it. Shruti жаждут обрести эти стопы, но не могут. Shruti is brahmakyam. Shruti is designing. Shruti is hunting them, designing it. But they are not even, they have not even got there. But Shri Gopinath has already got the Shri Почему ищут Шрути, но не могут получить, и Гопи уже получили. So я достоин своим маленьким чайку, а видим Мукунду Пандави. By giving up all the limitations, all the bad and social limitations, giving up them, Shri Gopinath gave the lotus feet of Shri Krishna. Shruti are only wanting it, searching it, but they are not getting it. Shruti Vibhrunya, they are only searching, but they are not getting it. То есть порвав семейные узы, нарушив все каноны, дармы и социальные устои, Гопи получили лотосные стопы Кришны, которым стремятся Шрути, но они до сих пор не могут их обрести. In the same way, he says that Javanishya Archana Vajadana Akamai Yogeshwari Yadadana Rasa Vashkhyam Krishna Sutta Bhagavata Chandarabhanna Nyasma Kaleshu Diyohu Paranadha Bhagavata. By embracing the lotus feet on their breast, Shri Gopinath has removed all his taap, all his grief, and get very much relished
То есть подошел лотосный листок от Кришны к своей груди, они доставляют ему огромное удовольствие, избавляют его от всякого дискомфорта. Я молюсь этим гопи. That means, Nanda Brajastriya, oh, what saying of the glories of Sri Radha? I pray, Nanda Brajastriya, any stree of Sri Brajaraj, Sri Nanda Baba. Удова в завершение говорит, что же говорить о славящей матери Радики. Я молюсь любой и каждой женщине, стри, из деревни Нанда Бабы. May she be a sweeper even. Пусть даже и женщина, которая подметает улицы тут. Even then I bande Nanda Brajastriya, not Gopi. Тут даже не говорится Гопи, любой женщине, живущей во Врадже, я кланяюсь. There is any stree, who is well, stree of Nanda Brajastriya. Кем бы она ни была, эта женщина во Врадже, я кланяюсь ей. I pray. Padareo Abhikshisha. I am not praying the lotus feet of Gopi or lotus feet of a woman living in Bridge. Я не молюсь лотосным стопам Гопи или любой женщины, живущей во Врадже. Not the Padareva. Plural is not used. Не множественное число используется, не строфы. Padareva, similar number is used here. That means even a slight cup of Bridge. То есть он молится, в единственном числе используется существительное пылинка, то есть одной пылинки на стопе Гопи я молюсь. And in that praying, I can devote so many power and so many time, even then Abhikshisha, continuously, I pray, even then, my prayer will not be finished. И сколько бы я ни молился, хоть вечность, этой пылинки, твоя молитва никогда не закончится. It will not complete, because the glories of Shri Brij Gopikaran in Brijvasiyan is so much higher that my whole language will be finished. Поэтому то, что слава и удача Брадже Гопи и вообще женщин Брадже Дамы неистощимы, поэтому не хватит мне никаких молитв и никаких лет на то, чтобы должным образом выразить им почтение. Низкокастовый, в итоге я даже не кланяюсь ее стопам, и пылис ее стоп, я кланяюсь одной пылинке на одной ее стопе. И я буду находиться в таком состоянии молитвы вечной, чтобы хоть как-то выразить свое почтение ей. The resource and manifestor of Shri Krishna Leela is Gopi. Shri Gopi has in Verha in Milan, they sing the various pastimes and glories of Shri Krishna. And that is the main resource of all Krishna Katha. То есть Гопи незаменимая составляющая Кришна Катхи, потому что они поют о лилах Кришны, о Кришне во время встречи с ним, во время разлуки. То есть вся Харикатха, которая появляется в мир, это из слов Гопи. So Harikatha that is manifested by the
Lotus Mount of Sri Gopikanda. That is Onaka Bhunatraya. That is big, purified, whole heart. И вот эти все стихи, кабха, которые от Кришны, которые исходят из их уст, очистит все миры. So this is done by the best scholar, the highest, greatest scholar of his time, that is Uddhava. И вот эта молитва была произнесена самым авторитетным ученым современности времен Кришны, Уддавой, самым почитаемым, самым возвышенным бхактой Кришны. In the glorification of Shri Uddhava, Shri Shukadev Ji has described that Vrishni Nam Prabhu Mantri Krishna Sri Daita Sakha Shri Shoda Aspate Sakha Uddhava Buddha Sattva. Shri Shukadev has given so many compliments to Shri Uddhava. And such type of Uddhava is working, is praying, not really, but the Vrishni Nam Prabhu Him. Even a slight portion, article of this solid Shri Uddhava is playing. So it proves that how much glorified is Shri, full of glory is this solid is. Шукадева Госвами, описывая, представляя Уддаву, говорит, что Прабхуманти, он лучший советник среди Вришни, он самый близкий друг Кришны, он ученик Брихаспати. И то есть, если личность такого ранга прославляет Гопи таким образом, то стоит задуматься действительно о величине их любви. So as long as we can live in this soil, it will be our fortune. И до тех пор, пока мы можем с вами жить на этой благодатной почве, священной дамы Вриндаваны, это будет нашей величайшей удачей. So we should all salute Shri Brajraj, we should all pay our obeisances to Shri Brajraj. Нам постоянно нужно предлагать поклоны этой земле и кланяться Шри Гуру, Вайшнавам, святым. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Ram ki jai. Vrindavan dham ki jai. Jai Shri Ram ki jai.